Всем привет, ребята, с вами Чен, со мной сегодня Илона. И будем сегодня мы, ребята, тестировать американскую еду, которую мне прислал подписчик. У него есть свой магазинчик, в котором, в общем-то, он продает все эти китайские сладости. И не только сладости, ссылочка будет в описании, посмотрите, чем парень занимается. А у нас все-таки сегодня будет китайская, нет, не китайская, брюшу, американская еда. Китайская еда будет в другие выпуски, у меня тоже она есть. Но, ребята, посмотрим, что же у нас есть на обзор. У нас есть конфетки Jelly Belly. Звездные войны. Я когда-то пробовал Jelly Belly, но, скажем так, со вкусом всякой гадости. Кто-то, наверное, знает. Bean Boozle Challenge и тому подобное. Вот. А это более сладенькие. Мы сегодня их потестируем. А также, ребят, у нас есть вот такие вот, что-то похожее на M&M's, наверное. Тоже сладкие. Конечно, все идет на английском языке, но я думаю, что в некоторых моментах мы на вкус можем это все-таки попробовать и понять, да, что здесь. Кстати, и как. Вы можете попробовать на вкус, понять, что это, потом перевести. Угадать и перевести, да, может быть. Фанта. Вот такая вот фанта, причем у нас такой реально нету. Это фанта гриб. Я даже не знаю, что это. Вот какая-то с малинкой или с чем это она? Да, вот я не знаю, с чем она. Хрен его поймешь. Вот у нас есть, слушай, какая-то милка есть, смотри, какая-то, вау. А это яйца какие? Какие-то яйца, ребята, гомункулы. Будем сегодня кушать гомункула. Ну, если честно, то есть это какие-то яички. Типа, как наши. Яички, то есть какие-то киндер-сюрпризы, смотрите, боже, с эти. Еще даже две ложечки. Как раз. Как раз две ложки, и мы это тоже сейчас потестируем, пока что оставим ложки вот так вот. Это как киндер-сюрприз, наверное. Вкопаем. Идем дальше. Что у нас тут еще есть? У нас есть милка-печенье. Вау, у нас вот реально такого нету, да? Я по крайней мере, не видел у нас тоже на полочках. У нас есть милка-шоколад, а вот милка-печенье... Не судьба, такого нету. Причем тоже все на английском языке, ничего на русском. Американская продукция. Парню огромное спасибо. Так, ребята, милка Орео. Ну, такого еще... Ну, Орео я видел, но это разве делает милка? Я вот этого не помню. Может быть. Шоколадка Орео. Может быть. Слушай, это что за зубная паста? Слушай, это жвачка? Жвачка, да. Я не знаю, что это, ребята, какая-то какой-то тюбик зубной пасты. Вот, это уже больше похоже на то, я что мы знаем. Я какая-то жвачка. Думаешь? Да. Окей. Есть такая вот обычная шоколадка, ну, как обычно, это американская. Ну, только это совсем другая, какое-то печенье добавлено. То есть, типа, шоколад с печеньем? С американским печеньем, понял? Да, офигеть, шоколад, это да, будем пробовать. Короче, сегодня у нас, ребята, жопа точно слипнется. И также, ребята, есть милка с карамелью. То есть, я надеюсь, что ее видно. Сладкого очень много, вроде бы все. Вроде бы все, поэтому это нафиг. Окей, давай же все-таки разбираться, с чего мы будем начинать. Ну, честно, я бы с радостью попробовал бы, наверное, Jelly Belly, да, то есть «Звездные войны». Я никогда не пробовала вообще, я хотела его попробовать. Но, скажу тебе честно, повезло, что ты не пробовала, потому что то, что пробовал я... Когда-то у меня были выпуски такие, да, господи, кто круче, и мы там ели конфеты, которые есть половина вкусных, половина невкусных. И здесь у нас вот выпали вот такие вот конфетки. И они все на самом деле, наверное, вкусные. То есть, судя по названиям, я не вижу никакого названия, которое может выдавать, что это какая-то мерзость. Можно, конечно, попытаться понять на вкус. Да, то есть. Вау, какая вкусная. Я не знаю, что зажрал. Где-то вот. Итак, в общем-то, мы нашли перевод наших вкусов. И давай, в общем, попробуем. Смотри, вот это, мне кажется, что по картинке, по крайней мере, это похоже вот на... Вот оно. Игристое кислое яблоко, да? Не, вот это вот. Игристая ежевика? Вот это вот ежевика? Ну, здесь есть вот такой вот пах. Не, ну, по вкусу, на самом деле, очень вкусно. Ничего не могу сказать. Но я все-таки... Сказал бы, что это больше на яблоко похоже. Вот смотри, игристая черника. Не знаю, что значит игристая. То есть она это бородила или что? Но оно все на самом деле очень вкусное. Но я привык, знаешь, к какой-то леготне, которую я ел туда. Всякие сопли. Вот. Поэтому все-таки эти конфеты можно есть с удовольствием. Окей. Давайте пока что отложим. Отлично. Это мы поедим потом. Мне кажется, что... Здесь тот же принцип, да, тот же принцип, только в другой упаковке. Давай попробуем все-таки яички. Яички. Это у нас
Милка, правильно понимаю? Да. Угу. Это Милка, какой-то новогодний, либо черт его знает, снеговичок. Ну, типа, среди них может быть какой-то помороженного, что типа такого. Они сделаны под видом кокоса. Заметь, что типа кокоса, внутри что-то беленькое. Давай же все-таки открывать, хотя уже зима закончилась. Но тут здесь специально ложка. То есть, как я понимаю, наверное, она тут не зря есть. Да, то есть мы тут проламываем. Хотя надо ли проламывать? Я даже не знаю. Либо можно вот так прямо в рот положил себе и съел. Похоже на кокос. Вот я не знаю, винно или не, но это похоже очень сильно на кокос. Причем очень сладкий. Попробуй. Я понимаю, что принцип еды кушать именно так. Но он очень сладенький. Вообще. А ты прям во рту отвечаешь. Не знаю, на что она больше похожа. Она похожа на... Вот киндеры, вот киндер, шоколад киндер, очень похож на Милку. Я вот помню вкус киндера. Класс. Отличненько. Отличненько, очень вкусно. Яички пока что оставим. Но очень сладкое. Очень сладкое, хочется запить. А если запивать, то только фантой. Потому что у нас особо выбора нету. Да. Фанта на самом деле у нас со вкусом, как я понимаю, какой-то ягоды. Понятно. Шипит. Ягоды. Шипит. Пахнет. Да, нюхну. Ну как? Ядрёно. Аж потекло. А это не кажется, что это... Ну хотя, если бы мне дали бы еще так попить, с нашей фантой чуть отличается, конечно. Потому что конечно, даже ничего мы привыкли. Мы привыкли, в общем-то, к одному вкусу фанты, когда это все-таки какой-то лимон, апельсин, я не знаю. А здесь, то есть ты понимаешь, что сладкая вода? Не чувствуешь, что это какая-то как химия, знаешь? Вот нет такого там сильного чувства. Да не, мне кажется, что делают что там химию, но вкус совсем другой. Конечно. Хотя написано, что 100% натуральный какой-то вот, наверное, продукт, хрен его знает. Кто-то у нас вообще такой видел? Продаются ли такие вот вообще вещи? По крайней мере, я вот не видел. Это мы все запили. Идем дальше. Ну, я хочу эту штуку проверить. Такой вот тюбик, ребята. Честно, для меня непонятно, что это и как, потому что на русском языке ясно, что ничего нету. Есть только на арабском, есть на английском. На китайском даже нету. Даже так. Американцы с китайцами, наверное, не дружат. Либо китайцы не покупают такой хрени, но... У них своей хрени достаточно. Слушай, ну яблоком пахнет. Поднюхай. Ну, это тоже это яблоко. Это яблоко, то есть... И что мы должны с ним делать? Мы должны его выдавить, да? Логично. Мы выдавливаем, а потом что? Да. Это просто нужно в рот и типа я выдавил. О! Там такое. О! Блин! Есть такая штука, продается тоже таких вот трубочка, знаешь, что-то... И высмактивать, да. И высасывать, да, нужно. Вы знаете, ребят, как называется? Пишите в комментариях. Вот бывают такие сладости, которые вот сделаны в тюбике. Тик-тик или так. Ну, не знаю, как в России, у кого. То есть, если у нас такие тоже вил сладости... Потом йогурт у себя. И внутри как бы сделана вот такая тоже жидкость тягучая. Но это не жвачка, это не жвачка. Не, она бы сюда. Это такая вот сладкая, прикольная конфета. И вот у нас есть что-то, скажем, похожее на именно вот такую вот конфету американскую, которая, в общем-то, там ее любители все так вот прям аж высасывать, прям выдавливают себе там последние остатки в рот. Но вот это вот что-то похожее. Хотя, честно, упаковочка небольшая. Не знаю, сколько она, конечно, стоит в Америке. Но по вкусу очень приятная. Да. Давай, наверное, все-таки перейдем к печеньку. Я думаю, что печенье Милку я тоже еще ни разу не ел. Я не помню. Обычное... Шоколадки ел. Вау. Так, слушайте, они еще так запечатаны, как бы по-человечески, смотрите. Я думал, сейчас мы откроем и типа все. А здесь вот, в общем-то, вот такая вот запечатанная упаковка. Я думаю, нам одно для двоих хватит, да? Я думаю, сейчас, в общем-то, нажремся. Да. Нам еще сниматься и сниматься, а мы уже сейчас только одних сладостей нажрем. Срок годности, на самом деле, не исчерпан по 9 сентября 2017 вот года. Вот, я думаю, что там начинка должна быть. Судя по всему, то есть начинка, какая-то прослойка. Сейчас. Ну-ка, давай. Слушай, очень вкусно. Оно реально сладенькое, но вкус очень приятный. Оно такое, как вафля. Ты
потом... Вафля в шоколаде. Ну, даже видно, что тут вафля. Ну, такие вот цветочки, видишь? Там все-таки похоже на шоколадку, типа, с этими печеньями. Тоже хрустит. Да, да. У нас есть такие тоже вот шоколадки, которые по вкусу, на самом деле, очень похожи. Да, на самом деле, очень вкусно. Так, да, надо запить, потому что когда жрешь только сладкое, очень тяжело, в общем-то, оценивать вкус. Давай пробуем вилку с печеньем. Я не знаю, вот насколько оно... Ты хочешь карамельку? Да. Ты хочешь вообще карамельк, чтобы прям во рту потекло? Да, чтобы посмотреть. Окей, ребят. Давайте, в общем, посмотрим, что у нас здесь. Напоминаю, что это нам прислал подписчик, у которого, в общем-то, есть свой магазин, где вы можете заказать также, ребята, поставки с Америки разных сладостей. По ссылке в описании у нее есть конкурс. Все вы можете увидеть в описании. А мы сейчас, в общем-то, попробуем то, что он нам прислал. Ну, давай. Я, по крайней мере, печенья не вижу. А, это же карамелька. Все, блин, ну дурак я. Карамель чувствую. Причем очень хорошую. Очень вкусно. Написано стандартно в Милке. Альпийское молоко. Хотя чувствую, коровы где-то у них там в Нью-Йорке водятся. Я не думаю, что там не до Альпах. Прямо корова. Корова замерзла бы в Альпах. Там не до молока ей. Ну как тебе? Вкусно? Карамелька, знаешь, именно не шоколад, а карамель. Пойдет. Окей, давай все-таки теперь перейдем к Милке с печеньем. Печенька. Не знаю, чем отличается, в общем-то, Милка печеньевая большая от шоколадки с печеньем. Ну, это типа как американское печенье. Ну-ка, ты знаешь, там типа много печенья. Думаешь, здесь американское... Нет, это просто вафля, это печенье. Секаешь, ты думаешь? Вафля и печенье, да, это совсем две разные. Ну, давай пробуем. Держи. Вот смотри, оно очень... Ну, я вижу, да, тут на самом деле, не знаю, как вам видно, тут внутри только одно печенье. Очень вкусно. Но другое. Еще другое. Я соглашусь, что... Оно даже более нежное, чем это. Вкус более другой. И тоже, ну, сладости я всегда любил. Поэтому закончим мы на Милке Орео. Оп. Честно, я все ем, оно все просто приятное. Оно не противное. Красота. Потому что там, когда ел китайскую еду, там не все настолько сладко и приятно. Потому что китайская еда, она очень острая. А здесь, тем более сладости, на самом деле очень круто. Если вы хотите, в общем-то, нам прислать что-то на обзор, какую-то свою еду интересную, то будем рады вас принимать. Надеюсь, вам понравились такие вот ролики, всяких обзоров интересных и вкусных вещей. Если вы хотите нас поддержать, то поставьте лайк под это видео, напишите свой комментарий и подписывайтесь на канал. Это был Андрей, Илона, и всем пока!